Синьяй, как ты получила такие высокие оценки? Я хочу быть похожа на тебя. Почему ты такая сонная? Чем ты занималась прошлой ночью? Все в порядке, я просто плохо спала. Уведомление о розыске Queen Group. Так кто узнает себя, в течение суток должна явиться ко мне. Иначе столкнется с последствиями. Новая любовница президента Циня? Фигура действительно чарующая. Это я! Днем ранее. Синьянь, ты остаешься со мной надолго? Проваливай! Ты просто одежда, от которой я устал. Лен, ты крыса. Даже если женщину сравнить с одеждой, это знаменитый бренд, который такая крыса, как ты, не может себе позволить. Отвратительно. К счастью, ничего не случилось. Я просто уйду? Да. Вперед. Никого? Деньги — это большее, чем я могу дать тебе. Пока. Возможно, никогда больше не увидимся. Ты издеваешься? Думаешь, сможешь скрыться? Уведомление о розыске Queen Group. Так кто узнает себя, в течение суток должна явиться ко мне. Иначе столкнется с последствиями. Это спина. Ты интересуешься сплетнями? Кто такой президент Цин? Он главный исполнительный директор в нашем городе. Все девушки хотят выйти за него. Если бы я только была той самой... Кажется, у меня проблемы. Сяо Цин, у меня дела. Опроси за меня. Пока! Сходим сегодня вечером. Очень быстро. Такая послушная. Кто эта девка? Уходи отсюда. Неважно, кто ты, раз мешаешь мне. Уходи. Крыса. Ты... ты. Что ты делаешь? А ты как думаешь? Я пришла сюда сегодня, чтобы договориться. Договориться? Что ты можешь мне дать? Это все мои деньги. Будут мои награды тебе. Хорошо. Раз ты взял деньги, удали это. Выглядишь очень ограниченной в финансах. Как насчет того, чтобы стать моей любовницей? Ну что? О чем ты говоришь? Добавим это. Золотая безлимитная карта. Ну что? Тогда... Хорошо. Думаешь, сможешь купить всех женщин? Это я сегодня плачу деньги, чтобы удалить твое предупреждение. Даю тебе час. Найди всю информацию о ней. Черт, снова работать сверхурочно. Хорошо, иди.
Сирота? Даю тебе неделю. Президент Цинь, ты... Даю тебе неделю, чтобы приобрести землю приюта. Сегодня все деньги ушли к извращенцу. Скоро праздник. Как заработать денег для детей и настоятеля? Что мне делать? Мама, дай мне сил. Я не сдамся. С завтрашнего дня возьму еще две подработки. Вперед! Тун Тяньяй, скорее доставь еду! Да, босс. Учитель Бонни Бонни, это для имиджа нашего президента. Сделайте хорошее фото. Хорошо. Представительный внешний вид. Хорошо. Осветитель, сюда больше света. Братец Джун, очень красиво. Здравствуйте. Простите, кто? Госпожа Бонни Бонни, сюда. Вот ваш заказ. Сколько сейчас времени? Почему так медленно? Простите, я только что звонила. Вы не отвечали. Так скоро встретились? Дорогая госпожа Тун. Ты везде, президент Цинь. К моему удовольствию, кажется, мы связаны с судьбой. Циньянь, ты знаешь эту девку из доставки? Открой мне пакет и подай. Что с тобой не так? Моя юбка очень дорогая. Не трогай меня больше. Достаточно. Не спорь с курьером. Президент Цинь, не нужно говорить за меня. А вы, если будете распускать руки, никогда не получите преимущество. Цинь-Янь, прости. Не волнуйся. Я отвезу тебя домой. Не нужно. Эй! Что ты делаешь? О! Я вспомнил, что на моем телефоне есть чья-то фотография. Не знаю, что произойдет, если кому-то отправлю. Ты... Что? Боишься, я съем тебя? Кто боится? На этот раз ты готов удалить фотографии? Ты не так поняла. Я просто везу тебя домой. Говорил, что удалю фото. Ты... Есть предложение. Хочешь, чтобы я их удалил? Стань моей женщиной. Невозможно. Останови. Невозможно. Если не остановишься, я выпрыгну из машины. Ждешь, что я стану твоей женщиной? Невозможно. Пока. Надеюсь, больше не увидимся. Мы связаны. Я увижу тебя снова. Братец Баймин. Меня ждешь? Да. Послезавтра хочу пригласить тебя в кино. Ты пойдешь со мной? Конечно! Тогда заберу тебя послезавтра. Хорошо. Дадите мне немного времени, чтобы я собрал деньги и перевез детей. Настоятель Сюй, мы не просим вас съезжать сейчас. Даем месяц, чтобы все уладить. Это один месяц. Слишком мало. Можете изменить правила. Настоятель Сюй, на самом деле я еще думаю, что сделать с этой землей. Я пришел сегодня просто посмотреть. Цзиньян, ты говорил по-другому. Если я позже захочу ее забрать, то заранее сообщу. Однако не буду делать это в текущем году. Это великолепно. Спасибо вам за детей. Если что-то понадобится, сообщите мне. Хорошо, хорошо. Спасибо вам. Да, настоятель. Тяньяй, сегодня приходили из Чингрупп. Сказали, что купили землю нашего приюта. Что? Не волнуйся, настоятель.
Можете быть спокойны, я здесь. Я никогда не позволю им добиться успеха. Сын Цзиньян. Ты сделал это снова? Баймин, появилось срочное дело. Я не приду, прости. Все в порядке, занимайся делами. Президент Цин. Не знаю почему. Мне нравится слушать женщин. Назови мое имя. Цин. Повтори мое имя. Цин-Ян. Почему ты забрал землю приюта? И что ты сделаешь? Я обещаю тебе. Что обещаешь? Обещаю быть твоей женщиной. Ты удовлетворен? Да. Но моя женщина всегда должна быть готова. Посмотри на себя. Ты сопротивляешься. Я не сопротивляюсь. Тогда докажи действиями. Закончила. Так мало выпила. Давай еще. Ты чертов извращенец. Как ты почувствовала, что я хочу сделать? Хорошо, хорошо. Он хоть немного мужчина. И не воспользовался моим состоянием. На самом деле, я могу сделать это сейчас. Ты... как ты оказался позади меня? Я там стоял. Не забывай, что ты обещала мне. Без проблем. Я могу напомнить тебе. С сегодняшнего дня... В течение месяца ты, Тун Тяньай, будешь моей женщиной. Ты должна делать то, что я захочу. Понятно? Однако мы должны подписать контракт. Ты никогда не заберешь землю у приюта. Хорошо. Также ты не можешь вмешиваться в мою жизнь. И дашь мне неделю, чтобы привыкнуть. Эту неделю. Ты не можешь... прикасаться ко мне. Мне не нравится принуждать женщин. Я обещаю тебе. Хорошо. Цин Цзиньян. Этот контракт между мной и тобой действует с этого момента. Ты не можешь нарушить обещание. Тяньай! Братец Баймин, что ты здесь делаешь? Ты не пришла смотреть кино, поэтому я приехал. Что-то случилось? Прости. У меня сегодня были дела. Я объясню тебе. Все в порядке. Последнее время ты занимаешься приютом, очень занята. Но тебе нужно позаботиться и о себе. Вот, это торт для тебя. Какой красивый. Давай я в следующий раз приглашу тебя в кино. Лучше я. Свободно завтра? Увидимся завтра. Мама. Ты знаешь, что братец Баймин очень добрый ко мне. Он тебе нравится? Ты смеешься? Он наверняка очень сильно тебе нравится. Да? Почему так долго отвечаешь на звонок? Чем ты занимаешься? Во-первых, не отключай телефон. Во-вторых, отвечай на мой звонок в любое время. В-третьих, если я говорю «быть», ты поняла? Поняла! Извращенец. Тяньай, в кинотеатре в 7 часов. На фильме ужасов можно похудеть. Очень хорошо. Не отвечает на звонки. Встречается с другим мужчиной? Уже поздно. Давай я...
отвезу тебя домой. Хорошо. Давай, я приглашу тебя в кино в следующий раз. Не нужно. В следующий раз отметим мое повышение. Хорошо. Это судьба. Что ты здесь делаешь? Я давно ищу тебя. Ты не отвечала на мои звонки. Тяняй, это... Старший кузен. Мой кузен. Так у тебя есть кузен? Здравствуйте. У моего кузена наверняка ко мне дело. Возвращайся, братец Баймин, я позвоню тебе. Пока-пока. Я не ее. Ладно, я дома. Можешь уходить? Не пригласишь меня к себе? Младшая кузина. Это мой дом. Здесь тесно. Просто садись. Что ты делаешь? Напоминаю тебе, что сейчас ты моя женщина. Никогда не встречал такую, как ты. Плохие навыки. Кажется, мы так не перейдем на следующий уровень. Это был мой первый поцелуй! Мой первый поцелуй для того, кого я полюблю! Почему он достался такому извращенцу, как ты? Первый поцелуй? Правда? И еще! Ты обещал мне, что неделю не будешь трогать меня. Так что сейчас можешь уходить. Хорошо. Тогда ты ужинаешь со мной завтра вечером. А. Такие, как он, нравятся тебе? Не твое дело. Глупое. А. Как у тебя ощущения? Встретимся завтра. Извращенец. Господин, мы приготовили ваши любимые блюда. Посмотрим, как я разделаюсь с тобой, выскочка. Дзиньян, давай я покормлю тебя. Хорошо, малышка. Ты такая сладкая. Открой свой рот. Что ты делаешь? Пупсик, такая вкусная. Хочу съесть больше. Я иду в туалет. Возвращайся скорее. Жду, что ты накормишь меня. Извращенец, который все портит. Думаешь, я проиграю тебе? Сладкий, ты закончил? Я хочу домой. Я еще не наелся. Пупсик, ты дала такое вкусное. Мне недостаточно. Цинцинян, с тебя хватит. В таком случае, поехали ко мне. Все еще хочешь сбежать? О чем ты? У нас контракт. Уверена, что хочешь сбежать? Не хочу. Хорошо. Это публичное место. Я не могу сделать то, что ты от меня хочешь. Это один из моих домов. В основном идет ремонт. Прости. Цинзинян, что это такое? Ты не понимаешь, что это?
Фотографии нет. Твой образ в моей голове. Это ты нарисовал? Конечно. Видишь, ты уже запечатлена в моих мыслях. Что это за движение? Думаешь, я собирался поцеловать тебя? Я иду домой. Не хочу видеть это дерьмо. Эй, подожди. Согласно контракту, в течение месяца жить здесь. Поэтому сегодня ночью я иду домой. Пока! Цинянь, зачем ты искал меня? Деньги с этой карты от своего имени пожертвую приюту благотворительность. Ты... Когда президент Цинь стал таким добрым? Захотел сделать что-то хорошее, но не хочу выделяться. Поэтому сделай это для меня. Это ради нее? Мой бро знает меня. Кто хочет быть твоим бро? Не хочешь быть моим братом? А как насчет моей женщины? Я шучу, не воспринимай серьезно. Я тоже шучу, не бери в голову. Спасибо. Тяньяй! Ты здесь? Это только на месяц. Кого волнует? Да. Я очень жду этого. У меня сломался душ. Я не верю. Это мой дом. Я моюсь там, где хочу. Ну как? Красиво? Придурок! Эй, почему вернулась поздно? Я голодна. Приготовлю что-нибудь. Нет. Поедем, поедим. Идем. Почему так рано закрылись? Не позволил мне съесть лапшу быстрого приготовления. Впустую потратил мое время. Тебе лучше пойти со мной. Спасибо за ожидание. Разве я могу есть такое? Конечно! 10 пирожков, 10 шашлычков, 10 овечьих маслов и 2 порции вонючего тофу. Я забыла. Наверняка наш безупречный президент Цин никогда не ел в уличных ларьках. Овечьи маслы я специально заказала для тебя. Ты обычно так упорно работаешь. Восстанови свое тело. Я не хочу есть. Это вкусно. Какого черта? Ты пытаешь меня? Нет. Пошли, мы не будем есть. Не бей по лицу. Думаешь, я бью девушек? Хорошо. Это наказание. Ты дразнишь меня? Вам, богатым людям, нравится играть с другими? Нет. Шашлык правда был плохим. Я не хотел, чтобы ты его ела. Я все сделаю. Я здесь. Не бойся.
Остался еще один день. Почему нужно ждать неделю? Только один день. Хорошо. Я уважаю тебя. Да? Правда? Отлично. Девушку зовут? Юй Жуй. Хорошо. Я поняла. Сестра, я правда не могу больше гулять. Уже поздно, нужно возвращаться. Еще так рано. Идем. У тебя все нормально? Хватит болтать руками. Мы не собираемся возвращаться. Этот последний. Идем, идем. Мне нужно делать это. Я... Нет. Будь смелой. Я не могу. Уже поздно. Входи. Иди сюда. Ты такая послушная сегодня, как мне наградить тебя? Не волнуйся, я буду нежен. Расслабься. Похоже, что я пугаю тебя. Доброе утро. Почему я здесь? Почему с утра потеряла память? Прошлой ночью ты была... Нет. Хватит. Ты... Уходи. Мне нужно переодеться. Не хочу опоздать на учебу. Хорошо. Тогда поцелуй меня. Иначе... Я заставлю тебя. Хорошо, хорошо! Еще одна невинная девушка оказалась в твоих руках. Так или иначе, твои чувства к Тунтяне и другие. Как такое возможно? Я все еще говорю, что женщины как одежда. Хорошо, как одежда. Алло, дядя Фан. Что случилось с мамой? Синьяй, что с тобой в последнее время? Ты спала на занятиях. Проснулась от брани профессора и сказала, что он больной. Ты хочешь сдать экзамен или нет? Я не это имела в виду. Меня в последнее время мучают кошмары. Поэтому это было непроизвольно. Что с тобой происходит? Это все из-за того... У меня дела за границей, я вернусь через 2 дня. Если будешь кормить меня лапшой быстрого приготовления, умрешь. Ты труп, извращенец. О ком ты говоришь? Сяо Цинь, у меня есть дела. Пожалуйста, отпросись за меня. Я не уверена. Извращенец, ты дома? Здравствуйте, господин. Братец Циньян! Братец Циньян, ты вернулся! Я так сильно скучала. Цици, отпусти. Я не хочу. Считаю до 3, чтобы ты отпустила. 1, 2. Нет, я этого не сделаю. Циньян. Мама, смотри! Братец Циньян снова обижает меня. Твой брат устал после перелета. Пойдем. Мама, я вернулся. По телефону ты сказала мне, что заболела. Но думаю, ты в полном порядке. Да, да. Видишь, я поцарапала руку кольцом. Мама, солгала, чтобы я вернулся. Завтра улечу.
Мама, думаю, что сейчас братец отличается от того, каким он был раньше. Можешь расслабиться. Возможно, вы давно не видели друг друга. Я здесь. Цезда станет моей невесткой. Я ее так сильно люблю. Не волнуйся, я помогу тебе удержать его. Спасибо, мама. Ты гораздо лучше моей матери. Хорошо. Циньян, будь послушным. Или я велю дедушке разобраться с ним. Мама обманула, чтобы я вернулся и потратила мое время. Неважно, у тебя есть дела или нет. Гораздо важнее встреча с Цици. Ты не найдешь паспорт и вещи. Я спрятала их. Подожди. Отдай мне телефон. Отдам его тебе после Рождества. Братец, ты снова будешь рядом со мной. Мама. Давай, пойдем в дом.